все, зачислилась в школу, в садик. Вот такая территория тут вот на пределах школы. Очень красиво. Как бы вот это, конечно, меня подкупило, что тут прям ухаживают, клумбы такие красивые. Вот территория небольшая, здание одноэтажное. То есть как бы все на одном этаже тут. Все классы, с 1 по 11 класс. То есть у меня дети, получается, в этой поселковой школе, что старший будет дохаживать школу, что младшие будут, тоже сюда пойдут. Вот. Ну, как-то так. Ну, мне нравится, в принципе. Заведующая садика тут же оформила нас в сад, потому что деревенская школа и сад в одном поселке находятся, в одной деревне. Вот. Сразу же все нас оформили. Все, в общем, отлично. Пойдем с сентября, думаю, с августа, сентября уже пойдем в эту школу. Ну, а садик тоже в дальнейшем покажу какой. Если вот на кисточек, тут тоже много. Вы что тут делаете? Да. Мы собираемся. Школа собирается. Собираетесь к школе? Да. А, ты степлером балуешься, да? Да. Ну, что тут собрали уже? Все разобрали. Все разобрали, да? Да. Чего сегодня купили? Что бабушка сегодня купила, Наташа? Ну-ка, покажите. А что вы сегодня не купили? Ну, а вот чего? Тетрадки какие, покажите. Тетрадки, вот дневник вот такой Денис сам выбирал. А тетради-то при чем потребовали, чтобы каждая... Именно зеленая была. Зеленая и именные. Да, именные, но все уже вот убраны. Что, телефон, да? Нет, у нас вот английский, английский, все подписано. Покажи. Информатика, физика, все подписаны. Все подписаны. Биология. Да. Вот прям потребовали такие тетради, чтобы были подписаны. Вот, вот подписаны. И, школа наступила. Да. И вот именно зеленые потребовали тетрадки в клеточку. Нет. Зеленые, чисто зеленые, и в линеечку тоже. Чтобы ни желтые, ни разноцветные, ни подписанные, ни зеленые. Ну, то есть он готов уже к школе, да? Все, что, в одежде он у нас готов. Сегодня вот сейчас с бабушкой разбирали, Наташей. Разбирали этот шкаф, что... Покажите одежду-то какая, как, в какой он пойдет? Показывай. В какой одежде пойдешь? Какая там у тебя будет форма? Мы не гладили еще. Ну, ладно, все равно покажите. Послезавтра уже в школу надо. Нет. Послезавтра, покажи. Иди покажи, какая у тебя будет брюки, какой пиджак, какой галстук или чего там у тебя галстук будет. Галстук тут, а? Тут. Уже там. Все готово, да? Шкаф-то у тебя же здесь, да? Вот сам показывает, какой там порядок, бабушка. Сам показывает, расскажет, что делится. Так, вот это у меня штаны школьные, вот ремень. Теплые такие кофточки. Это... Вытащи, вытащи, покажи, это... вытащи. Какие у тебя? Свитера или как там? Да. Олимпийки. Тоже кофт, олимпийки, да. Ага, ага. Рубашки, вот галстук сразу открытый. Угу. Рубашки, да? Ага. Вот у меня свитера. Тоже свитера, да? Как это у меня? Джемперочек такой, да? Это... Джемперочек. А, это жилеточка, жилет, да, такая? Да. Угу. Такие легкие, очень легкие курточки. Ну-ка, покажи. Для этого. Ветровка. А, нет, ветровочка такая. Для, да? Это для лета. Ну, это сейчас-то будет как раз погода, наверное, такая, что в этой ветровочке. Я так думаю, погода, вот, если будет чуть-чуть похолодает, вот такой будет. Вот так. А вот это уже зимой начнется. Это не зимой, это не зимой. Это зимой. Это сезонная Дениса. О, ну это тебя бабушка Наташа одела, да? Все качественное, все фабричное, все еще новенькое. Все, вот это вот светящееся, наверное, будет, да? Полоска вот эта вот, мало ли, вот по дороге или через дорогу переходить, она будет светиться, да? Где-то там обувь у него еще запёкнута. А, вот это полная сумка обуви еще, да? Это не полная сумка обуви. А, нет, да? Нет. Ну, обувь еще вот. Кроссовки такие. Кроссовки такие. Вот, видишь, как все. Ну, вот, а это видишь. Все нам гладить.